Всем привет, доброе утро. Слышите, как голуби? У нас прогулка. Что-то непонятно как. Бегает, принимает. А сам, смотрите, подглядывает, бежит, потом останавливается и смотрит, иду я за ним или нет. В общем, бабулька меня там уже ждет, но время без 15, потому что если я сейчас без 15 пойду, то на следующее воскресенье, следующую пятницу придет половина 10-го. Я не знаю, я ее сколько раз спрашивала, говорю, а что так рано приходишь? Ну, дома делать нечего, но, тем не менее, она приходит раньше для того, чтобы я ее первую... Как говорится, оприходовала, и она ушла домой. Если тебе делать дома нечего, какая разница, во сколько прийти. И, то есть, если есть кто-то перед ней, придет, есть и такие, то ее это очень, как бы, очень, ей очень это не нравится. Но если у тебя времени, вагон и маленькая тележка, то какая разница, сколько по времени ты будешь сидеть в парикмахерской. В общем, у бабушек свои заморочки. Я вчера, кстати, отправила, мне там были недостающие бумаги были для инспектора налоговой. Она мне говорит такая, ты мне их пришли, пожалуйста, по WhatsApp, чтобы мне сюда еще раз не подниматься, я сюда не хочу. Она говорит, по бумагам столько много всяких этих открыто заведений. Она говорит, а придешь сюда, здесь ничего нету. Я говорю, ну правильно, я не знаю, что у вас там бумага. Кстати, мое заведение не было в бумагах, представляете? И вот я вчера ей отослала по WhatsApp, она там мне, ай, muchas gracias, и все такое, большое спасибо. Ей так не хотелось сюда больше подниматься. Надеюсь, больше она еще... Это был первый, последний опыт в моей жизни встречи с налоговой. Мамо, ходят люди, ходят. Я в Меркадону приехала. За молоком вспомнила молоко, стевию надо купить. Вкусняшки для Чарли, в общем, кое-что перекупить, что я вчера забыла. Я же вчера говорила, что мне надо вместо дома. И когда я дома очухалась, я вспомнила. А еще фарш куплю. У нас кое-что намечается на выходные. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе внимания. В курсе внимания. Чуть как-то сморозило, да? В курсе. Ну, в общем, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. И будет интересно воскресенье. А завтра мне на работу ехать в 9. К 9 утра, представляете, клиентка сейчас пришла и сказала, что ей нужно уложиться. Ну вот так вот. Будем работать. У меня тут лосось, который сейчас отправится в микроволновку на 2,5 минуты. Они, наверное, тонкие. И салат буду собирать с креветками, которые я вчера купила. Креветочка. Я сейчас почищу головку, обсосу. Обожаю это дело. Вот. И все будет вкусно. Первое. Второе. И десерт. Всем приятного аппетита. Я сегодня с работы быстро-быстро убежала. Потому что уже люди перед закрытием пришли и говорят, вы же закрываетесь раньше, поэтому тебе пришла, чтобы... В общем, ничего не брала. Но так как вечером пока еще море, спокойно в парикмахерских, у меня есть время на это. Something to say, you should hear it.
to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, no, no. Иду в спортзал. Приехала с работы, быстренько переоделась. Хотя нет, у меня было времени на то, чтобы помыть посуду. И иду, думаю, блин, мне так неохота ехать завтра к 9 на работу. Ну вообще, прям ноги туда не несут в 9 утра, к 9. Ничего не поделаешь. Она там главная клиентка такая, мама завтрашней клиентки. У нас завтра свадьба, как-то странно, свадьба в 11 часов. Обычно здесь свадьба после, ну, вечером, 7-8 вечера. А сейчас в такую жару и в 11 часов очень странно. Ну да ладно, не в этом дело. И, в общем, она такая, так заявляет, как будто уже все со мной обговорила. И меня не спрашивает, а могу ли я приехать к 9. А как бы уже утверждает, что вот ее дочка придет к 9, и я ей сделаю прическу. Вот. Даже не спросила, вот такое вот у нее утверждение было. Ну, естественно, она такая, сколько стоит? А прически же, как я ей могу сказать? Я говорю, я не знаю, сколько стоит. Я говорю, все зависит от волос, от какой прически она хочет. Я говорю, как я так могу сказать? Не могу так сказать. В общем, придется. Ну ладно, мне еще мужик позвонил, наверное, дня два назад. Главное, говорит, мне нужно подстричься. Можно прийти там это пораньше? Говорю, где я сидел? Мотоциклисты какие-то, малявочки, ребятишки. Он типа, а пораньше, а я ему говорю, а я в 10 открываюсь. Прикол, завтра он придет раньше, а я уже там. Скажи, ты же в 10 открываешься. А, мне не открылось, а вот ей открылось. Дискриминация. Да, вот такая я. Так у меня еще на 10 еще другая бабулька. В общем, кошмар, субботу ненавижу. Куда деваться? Работа есть работа. Опять по своим переулочкам. Улочки-переулочки. Сегодня опять жара. Вот вчера было пасмурно, сегодня небо чистое. Вот что за подлянка такая, а? Могла бы сейчас прекрасно на пляже валяться, загорать и купаться. Нет же, вчера было пасмурно. И позавчера было пасмурно. В пятницу, когда я не могу, с хорошей погодой. Все против меня. Клиенты записываются, когда не надо. Погода лучше становится, когда не могу вообще. Но это я так. К слову. С
смотрите, уже ночь, луна какая красивая, и небо такое голубое. В общем, я сегодня по полной позанималась, в сауне посидела, прям так попарилась, знаете, прям кожа вообще прям такая, как у младенца. В общем, на выходные готова. Правда, завтра работа к 9 часам, блин, как вспомню. Ну ничего, глаза боятся, а руки делают. В общем, иду с такой легкостью, знаете, вроде бы после занятий, а прям как будто пушинка. Я мир готова свернуть. Если кто там не смотрит, то скажет. Ну что, все сейчас вообще в кафешках сидят, пиво пьют с тапами. Везет. Мне тапы в это время уже запрещено. Пойду к моему Чарли лопать арбуз. Пришла домой. Сейчас пойду кремами мазаться. Почему я там не мажусь? Я вся сырая, мне опять надо умываться. Поэтому я там кремами не мажусь. Где-то тут робот у меня работал. Где робот? Где робот? И это, знаете, у меня когда муж приходит и не видит меня дома, ну, Чарли спрашивает, где я? А тот предатель сразу бежит ко мне. Я так пару раз, например, на крыше была, там вешала белье. Гляжу, бежит Чарли такой радостный. Гав-гав-гав. И слышу мужа, все, я понял, где ты. Предатель вообще, нельзя даже не скрыться, не спрятаться от него. Так и сейчас спрашиваю, где робот? Чарли, ну, это робот? Вдруг скажет. Надо идти искать. В общем, буду я сейчас кремами мазаться. Со всеми. Чай себе, наверное, какой-нибудь заварю. И буду отдыхать. Завтра к 9. Завтра с вами встретимся. Всего вам самого лучшего. Приятных выходных. И всем пока-пока. Робот нашелся. Пришел спортом заниматься. Да. Я занимаюсь на нем. Сейчас редко, реже, а раньше занималась. Ты чего, спортом пришел заниматься? И ты?